Не тушить, но спасти. Полицейские вытащили из пожара жителей дома в Находке. Благодаря решительным действиям из здания было эвакуировано 18 человек. Единственной жертвой оказалась хозяйка квартиры, где произошло возгорание. Супруги, проживающие в почтовом переулке, обнаружили дым на пороге своей квартиры. Попытки покинуть помещение оказались безуспешными из-за густой пелены, застилавшей глаза. В поисках помощи они позвонили в дежурную часть микрорайона. Через 5 минут на место прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Мы заметили в окне данной квартиры гражданку, которая просила о помощи, а также в соседней комнате было много дыма и... шел огонь, даже на улице было очень жарко. Владислав Гурницкий и Сергей Щапов, не дожидаясь приезда пожарных, бросились к горящему двухэтажному зданию и первым делом обесточили дом. Затем сержанты забрались по оконным решеткам на второй этаж, где густой дым отрезал выход супругам, и эвакуировали их вместе с собакой. Дверь была невозможно открыть, оттуда повалил черный дым. Мы просто могли задохнуться, если бы они вовремя не прибыли. Не приняли своевременные действия, подсказали, как надо, извините меня, вылезти правильно даже из окна, чтобы не повредить все ни руки, ни ноги. Чуть позже к дому приехали пожарные и ликвидировали возгорание. Сами отличившиеся инспекторы ППС не считают свой поступок героическим и говорят, что профессия полицейского предполагает защиту жизни и здоровья граждан в любых ситуациях. Кирилл Самойлов, Новости на Восьмом.